В Актобе жители многоэтажного дома, построенного по госпрограмме, опасаются обрушения крыши. Жилье сдали в эксплуатацию всего 10 лет назад. А сейчас на кровле появилась трещина. И теперь люди опасаются быть погребенными заживо в собственных квартирах. Вот смотрите, вот плита как он отошел, просел. Значит, рука пролазит сюда, вот смотрите. Вот. Жильцы 10-этажного дома, построенного по госпрограмме, начали бить тревогу несколько лет назад. Писали в местный акимат, отдел строительства с просьбой помочь. Однако там им заявили, что проблему устранять люди должны сами и на собственные средства. Однако единственное, на что хватило денег, это купить и поставить деревянные подпорки. Мы все сидим в кредитах. На 20 лет оформили этот дом. Вся крыша, вот этот пролет, стоит на подпорках. Когда она развалится, никто не знает. Или они ждут, когда она развалится. В акимате проблемы пока не видят, но все же создали комиссию, которая решит, представляет ли кровля дома для жителей угрозу. На сегодняшний день планируется провести техническое обследование с привлечением аккредитованной организации, которая даст свое заключение. Эта крыша является аварийным, либо она безопасна для жизни человека. Новой комиссии также придется убедить власти в наличии трещин, потому как все попытки убедить их в этом не дали результата. Выпуклости есть, трещин нет, решили чиновники. Аварийность жилья также требует доказательств. Техэкспертизу проведет городской жилищный комитет. Там и решат, на какие деньги восстановят кровлю. Главное, чтобы не обвалилась до тех пор. Эльмира Ержанова, Жомарт Кудайберген, Информбюро, Актюбинская область.